Красноярский научный центр «Соран» отказал в благоустройстве красивого берега в Академгородке. Однако в агентстве туризма сдаваться не хотят и надеются провести работы. Чиновники заявили, это не окончательный ответ, и разработка проекта продолжается. Пресс-служба агентства ссылается на то, что идею облагородить территорию предложили часть жителей, и, по их словам, многие местные эту идею поддержали. И сейчас мы совместно с проектировщиками прорабатываем варианты, которые позволят сделать это пространство максимально комфортным для посещения. И уже сегодня мы понимаем, что это будет максимально деликатное и мягкое благоустройство, которое в том числе позволит увести потоки посетителей от жилой зоны. Напомню, конкурс идей краевые власти объявили в мае. Из более чем 100 вариантов выбрали проект Александра Неймана, который предложил благоустроить красивый берег. Там сейчас отдыхает много людей, они оставляют после себя много мусора. Но тогда предложение вызвало бурю возмущения. Люди посчитали, что благоустройство привлечет еще больше людей и в конец погубит природный объект.